Приветствую вас. И начну я с ответа на ваш вопрос. Значит, получится ли у вас то, что вам хочется, как вы говорите? Ответ на этот вопрос можно будет дать такой. Теоретически, конечно, получиться у вас может. То есть вы хотите. Да. Но проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы изначально для себя чего-то хотели в этих отношениях. Изначально вы для себя хотели в этих отношениях каких-то, ну, моментов, может быть, для себя. Чего-то вы хотели для себя получить, вот, с помощью мужчины, с помощью его, так сказать, вот. И вот это ваша, на мой взгляд, основная проблема. Потому что вы изначально создали образ мужчины, который, ну, по вашему мнению, должен вот, значит, совпадать с тем мужчиной, который есть в реальной жизни. С вами. Но проблема заключается в том, что человек не совпадает. Человек другой немного. И из-за этого возникают трудности. По большому счету, он не делает то, что вы хотите. Вы не принимаете его модель поведения. А он не принимает вашу модель поведения. И в результате ситуация такова, что по сути дел никто не доволен. Понимаете? Вот и выходит такая, на мой взгляд, ситуация, когда не вы недовольны тем, что есть между вами и мужчиной. Не он, по сути дела, значит, также недоволен тем, что между вами есть. Но он в большей степени доволен, чем вы. Потому что его все устраивает в том, что с вами сейчас происходит. А вас нет. Понимаете, вы можете сделать так, чтобы у вас с ним получилось то, чего вы хотите. Можете сделать. Но для этого вам нужно, чтобы мужчина вышел из своей зоны комфорта. А он, как вы понимаете, он из нее не вышел. И выходить, давайте прямо скажем, пока не собирается. А зачем? Зачем ему выходить из своей зоны комфорта, согласитесь? Его все устраивает, у него все в порядке, у него все есть, все, что нужно ему, все у него имеется. Зачем ему выходить из своей зоны комфорта? Соответственно, вы сможете получить то, что вы желаете, только в том случае, если мужчина захочет этого. Так же, как и вы.
А если он этого не захочет, так же, как и вы, то я боюсь, что ситуация будет критическая, и вы останетесь неудовлетворенны в данном случае, в данном контексте. Значит, что вам можно сделать? Можно и нужно сделать. Во-первых, вам необходимо вот для начала, вам необходимо понять, почему вы столь сильно зависите от него, столь сильно нуждаетесь в нем, столь сильно хотите быть с ним. Не потому ли, что он соответствует вашему такому вот определенному образу, определенной модели мужчины, которого вы всегда для себя хотели? Это во-первых. Во-вторых, ваш запрос на дружеские, любовные, духовные отношения, к сожалению, немножечко похож на идеализацию отношений. То есть вы, на мой взгляд, безусловно, слишком идеализируете отношения. Вы хотите, чтобы они у вас были как бы и дружескими, и любовными, и духовными. На самом деле, правда заключается в том, что далеко не каждый человек, далеко не каждый, например, тот же мужчина, способен, например, дружить с женщиной. Далеко не каждый мужчина на это способен. Это первое. Второе. А если вам, как вот вы говорите, нужны дружеские отношения, нужна дружба, то возникает вопрос. Тогда, логичный на мой взгляд, а почему? Почему вы хотите дружить с мужчиной? У вас что, вот друзей нету, ну, других друзей? Или что? Почему вы в мужчине видите такой достаточно широкий спектр отношений? Субъекта вы видите достаточно широкого спектра отношений. Этот момент тоже, на мой взгляд, очень важен, потому что без него, без этого момента, нельзя будет точно определить причину вашей зависимости от него. А то, что вы от него зависимы, я надеюсь, это понятно, потому что вы не можете его отпустить и держитесь вы, по сути дела, за надежду на то, что мужчина с вами станет, значит, как-то, ну, как-то ближе общаться, если я правильно понял вас. Другое дело, что вопрос заключается в том, почему он должен с вами сближаться, особенно если он видит, что вы от него хотите совершенно определенного, и не факт, что он вам это может дать. Вот. Значит, в этом контексте я рекомендую вам, значит, в обязательном порядке постараться понять, что такое любовь. Любовь – это когда человек, в данном случае вы, принимает другого человека, в данном случае мужчину, безусловно, таким, какой он есть. И все. В вашем же случае
Ситуация заключается в том, что вы вроде как влюбляетесь, но влюбляетесь вы в человека, которого таким, какой он есть, принимать не желаете. Ну вот не хочется с вами сближаться так, как вам, например, это нужно. Я довольно хорошо могу вас понять. Ну не хочет человек сближаться с вами так, как вам это кажется правильным. Ну вы просто-напросто позволяете ему быть с собой. Просто-напросто не требуете от него того, чего он вам дать не может, и либо принимаете от него то, что он вам может дать, стараясь сделать его счастливым, либо нет. Если вы не можете принимать то, что он вам может дать, а вы не принимаете, потому что вы говорите, что вам не нравится, вы говорите, что вам хочется другого, то такая ли это любовь? Рискну предположить, что у вас не совсем любовь. Рискну предположить, что вы скорее именно влюблены. И испытывая чувство влюбленности, вы просто-напросто любите не мужчину скорее, а образ мужчины, который вы сами себе нарисовали. И правда заключается, к сожалению, в том, что образ мужчины, который вы себе представляете, и реальный человек, это, к сожалению, разные люди. Совершенно разные люди. Я хочу, чтобы вы вот это постарались для себя понять. Я хочу, чтобы вы вот это для себя как следует уяснили. Потому что это важно. Дело в том, что вы заблуждаетесь на счет мужчины, вы ошибаетесь насчет него, вы думаете, что в отношениях вы можете получить то, что хотите вы, но при этом вы забываете о том, чего хочет получить еще и сам мужчина, сам партнер. А как вы, наверное, догадываетесь, если не учитывать желания партнера, то отношения выстроить на приемлемом, доступном уровне вряд ли получится. Поэтому здесь постарайтесь, пожалуйста, определить свои желания для начала, то есть для чего вам нужен этот мужчина, в каком аспекте вы его воспринимаете, что он вам должен давать, что он может давать. А после этого подумайте, важны ли вы ему настолько, что у вас есть способность, вывести его из зоны комфорта, чтобы он, выйдя из зоны комфорта, смог бы что-то для вас сделать. Если из зоны комфорта вывести вы его не способны, значит, мужчина не отвечает вам взаимностью, а значит, у вас не взаимная любовь, а значит, это не любовь, опять же, а именно такая вот потребность в человека, которую вы называете любовью. Вот. Ну, кстати, отдельно хочется сказать, что если мужчина вас не отпускает, но и не подпускает, значит, опять же, ему нравится так, как есть сейчас. Это означает, что его все устраивает. А это, в свою очередь, означает, что мужчина думает о себе, он не думает о вас. И здесь волей-неволей напрашивается вопрос о том,
сколько вам лет обоим, старше ли он вас, скорее всего старше, были ли у вас отношения до него, скорее всего были, но не совсем удачные, вот, и, соответственно, я предполагаю некие такие проблемы, может быть, на первый взгляд, неочевидные социальных, общественных коммуникациях, потому что не просто так выходите духовно-любовно дружеских отношений с мужчиной, это своего рода идеализация, и идеализация, она всегда чем-то подкреплена, либо сублимацией, либо реакционным поведением, либо страхами, либо, значит, чем-то еще, либо установками, в том числе и, к сожалению, опять же, не всегда верными. Постарайтесь запомнить, что мужчины очень часто являются собственниками, и именно поэтому мужчина вас не отпускает, потому что он понимает, что отпустив вас, он вас потеряет, это было бы ударом по его самолюбию, а вот у вас почему живет минимальная надежда на что-то, это большой вопрос. Надежда — это всегда желание, надежда — это всегда желание, обращенное на вас, а не на мужчину. И вот именно с ним, с этой надеждой, и чем она обусловлена, нужно работать, потому что именно надежда не позволяет вам двигаться дальше. Именно надежда не дает вам возможность стать свободным. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!